Почему в городской поликлинике медики ходят без бейджей? Непонятно, с кем разговаривал и на кого потом ссылаться. Руководство поликлиники объясняет, требований по обязательному ношению бейджей к медработникам нет, но в медучреждении учли такие пожелания пациентов. И со следующего года люди будут знать фамилию и должность того сотрудника, с кем разговаривают. Будут ли делать пешеходный переход в районе Ташибинских дач? Люди, которые живут там постоянно, боятся идти на остановку. В республиканской ГИБДД объяснили, в этом районе есть переход возле психдиспансера. Но если жителям нужна еще одна зебра или светофор, то следует письменно обратиться в администрацию Абакана. Когда вернут на место скульптуру муравья, украденного с перекрестка Щетинкина-Чертыгашева? Автор многострадальной скульптуры насекомого, черногорский предприниматель Дмитрий Голубев, рассказал, фигуру они отремонтировали, и завтра после обеда муравей вернется на привычное место.